На часах 10:00. Все только позавтракали и вместо утренних игр... Внимание! Пожарная тревога! Срочно всем покинуть помещение! Для всех эта тревога и есть скорее игра. Кто через дверь, кто через окна и по лестнице. Выбирается из здания и бегут к вожатым. Ребята уже наизусть выучили свои действия при пожаре. Нужно сначала, если начался пожар, не паниковать и выйти из дома. И сразу взять телефон и позвонить пожарным. Пока пожарные не едут, надо собрать весь корпус и посчитаться, чтобы нас вожатый посчитал, а потом уже бежать к воротам. А в течение сколько времени? Три минуты. Отточенные действия при пожаре и у самих вожатых. Побежали! Побежали, оставайтесь! А это дай на ушко. Лак имитирует очаг возгорания и, получается, делит два корпуса на две части. Первым делом мы скрываем... Пломбу срываем и начинаем тушить огнетушителями и ждем пожарную машину. Спустя несколько минут на место условного возгорания приезжают огнеборцы. Нет, не тушить пожар, а в качестве наглядного пособия. Небольшая лекция о возможностях большой машины. Здесь у нас находятся непосредственно пожарные стволы. Это, то бишь, от машины мы подаем рукав, рукав подцепляется к машине, а к рукаву уже подцепляются пожарные стволы. А далее начинается самое интересное для ребят. Такой аттракцион пожарные устраивают два раза в сезон. Ведь на самом деле все очень серьезно. Лагерь находится вблизи лесного массива. К счастью, пожарная часть находится совсем рядом. И если что, огнеборцы приедут за 3-4 минуты. На этот раз столько же времени понадобилось ребятам, чтобы эвакуироваться. Елена Власова, Сергей Костенко. Новости дня.